профессиональным вам детские игровые площадки. Сегодня у нас работают здесь две бригады. Еще раз после мы из Казани собираем детские игровые площадки. Да? У нас имеются такие формы, как тренажеры. Это для спортивного. Потом турники, это тоже для спорта. И малые комплексы игровые. То есть они как и игровые идут, и как спортивные у нас считаются. Монтаж осуществляется 10 людьми. Сегодня вот мы начали где-то в 9 часов. Ближе к вечеру будет все закончено, и буквально через 2 дня уже можно будет играть на этой площадочке. Вот. Ну, будут на площадке находиться качели у нас. Будут стоять тренажер, потом скамья с упором для качания пресса, турники для подтягивания и два комплекса. Они совмещают в себе как турники, потом лесенки различные, то есть различные гимнастические как бы комплексы составляют из себя. Организация — это КСИЛ Миллениум. Мы находимся в городе Казань. Ездим по всему Царстану, устанавливаем вот игровые площадки. Сегодня около Казанской школы началось строительство детской гимнастического городка. Этот городок будет обслуживать не только наших кадетов, но и будет обслуживать детей, проживающих в микрорайоне. Строительство сегодня начали казацкие бригады. Они обещают нам в течение одного рабочего дня полностью завершить весь объем работы. Вся площадка ставится, все выкапывается под площадку, везде ставятся специальные штыри, все это бетонируется очень качественно, так что все безопасно, для любых тренажеров, качелей мы создаем безопасную зону обязательно, потому что иначе могут друг об друга где-то помешать или бегать будут дети, и поэтому создаем, ну так расставляем все объекты, чтобы было безопасно все. Вон, бери одного-двух парней и смотри.